полезные продукты – это витамины. И все? И полезные штучки. Груша. Только я не знаю, какой мне витамин. Я не все витамины знаю. Полезные продукты, где очень много злаков. Все нам дают в саду, только полезное. Котлетка и салат, я думаю, полезно. Творожок, там есть витамины. И в огурчиках есть, и в помидорах. И еще в супе. Я ем всегда бутерброд полезно с маслом. Цветная капуста, брокколи. Только я из-за них выгываю всегда. Вот у меня из-за этого. Ну, не обязательно, если вкусное, то полезное. Например, детское шампанское буратино. Не полезное, шоколад, мармелад. Ну, конфеты полезны для мозга, но потом они весь мозг съедают. Но больше я, конечно, употребляю полезную пищу. А иногда, ну вот там, проезжаем в Макдональдс, но я не могу в него не заехать. Ну, немножко я ем бургеры. Папа ел, я тоже иногда ел, ну, просто брал его. Моя тетя ест чипсы, она мне всегда балует этими чипсами. Сначала картошку, а потом неполезные штучками посыпляют. Ну, это они добавляют разные... Ну, разные такие вещества, которые со вкусом рака, они не полезны. Когда ее макаешь в кетчуп, она не полезна. А когда просто картошка, она тоже не полезная, она потому что в соли. Если соли очень много есть, тогда у тебя желудок заполнится солью, и ты можешь погибнуть. В них нет витаминов, и есть вредные вещества. Ненавижу кока-колу. Потому что она вредная. Ну, три раза только пробовал. Пепси два раза и колу один раз. Она вредная, потому что там всякие плохие вещества, а еще красители. Вот это самое плохое, а так вкусно. Ну, не полезное, но вкусное. Ну, когда я взрослым стану, я уже больше их не буду есть. Вообще нельзя. А ведь вкусно. Вкусно, но надо потерпеть.